Добрый день, я очень рада вас приветствовать. Меня зовут Виктория Малышева, я дизайнер, декоратор, преподаватель Высшей школы средового дизайна Мархи. Я занимаюсь дизайном уже около 20 лет, являюсь членом Союза искусствоведов, членом Международного союза дизайнеров. И преподаю несколько дисциплин в школе средового дизайна, к одной из которых относится текстиль в интерьере. Эта дисциплина преподается на третьем уровне, когда вы уже сделали перепланировку квартиры на втором, и после этого наполняете созданное вами пространство текстилем, предметами интерьера. Мы с вами говорим на моих занятиях о том, как правильно, используя фактуры, материалы, цвет, рисунок, подобрать текстиль в интерьере, о всех технических новинках, о том, что происходит у нас на мировом рынке, о тенденциях с последних выставок Милана и Парижа, а также Кёльна и Валенсии. И приходим к выводу о том, чем наполнить ваш интерьер, сдавая при этом зачет в виде коллажа с вашими решениями. Вот также я преподаю скетч маркерами, что очень помогает вам сдать ваш проект, вручную его отрисовать и показать его клиенту уже в том виде, в котором вы себе представляете сделать этот интерьер. Занятия интересны, их всего 3 уровня, по 5 занятий в каждом. И вот на первом занятии мы отрабатываем как раз с вами знание перспективы, мы ее выстраиваем, мы вписываем туда предметы, ну и так далее, развиваем ваш навык работы от руки, работы маркерами, развиваем линейный рисунок. Я очень надеюсь, что вот эти предметы помогут вам в дальнейшем в практике при работе с вашими заказчиками. Также у меня есть предмет интерьерная стилистика, тоже очень интересный, и эта тема меня давно интересует и волнует. Собственно, диплом я писала как раз по теме итальянского дизайна, у меня есть своя телевизионная программа, в которой я рассказываю о стилях. И вот я с удовольствием преподаю и говорю о том, какие явления, течения сейчас существуют в современном дизайне, и откуда все начиналось, с самых-самых древнейших времен, каким образом это развивалось и к чему мы пришли. Ну вот я буду вас безумно рада видеть на своих занятиях. Сейчас, корректируя наши планы, мы перешли к преподаванию онлайн. И до скорых встреч, дорогие друзья!